Мероприятие «За шеф деликатесы». В переводе с английского это означает «деликатесы от шеф-повара». На нашем предприятии мы сами производим колбасу, на нашем предприятии трудятся 25 человек. Мы производим более 70 наименований продукции. Это колбасы, стейки, деликатесы. Основной наш упор – это на работе с ресторанами, гостиницами. Впервые мы участвуем на этой выставке. Мы очень благодарны организаторам, потому что с такой теплотой, трепетом и заботой к нам относятся, всячески нам помогают. И эта выставка, ну, огромное подспорье. То есть ты понимаешь, что ты не один, и со всеми проблемами, которые ты сталкиваешься в предпринимательстве, есть люди, которые готовы тебе помочь и хотят тебе помогать. Это очень здорово.